я надеюсь на 10 тысяч долларов. Само собой, волнение очень сильно чувствуется, тем более, когда тут очень много студентов, которые учатся на третьих-четвертых курсах, у кого опыт программирования больше 5-7 лет. И так как я всего лишь пока что в 11 классе, это довольно такой неординарный экспириенс, наверное. Так, здравствуйте, дорогие члены жюри и участники соревнований N-Factorial Incubator 2017. Первым делом я хотел бы рассказать о себе. Меня зовут Алимжан Султангазин, и я в этом году получу диплом бакалавра в электрической и электронной инженерии в Назарбаев университете. Так, и теперь презентация. Все, уже время закончилось. Время закончилось? У меня существует прототип, но спасибо за внимание. Надеюсь, жюри поймет то, что моя идея, она хорошая, она имеет потенциал, и, несмотря на мою такую сумбурную презентацию. Видя то, что на приложении есть хороший спрос, уже сделали английскую версию за 2.99, и она уже начинает продаваться, несмотря на большое количество конкурентов в англоязычном сегменте. И наша цель — это помочь 1 миллиону людей читать Фатиху. Это первая сура Корана. Большое спасибо, изучайте арабский с приложением Джунгли. Обычно нам их редко показывают, и остается вопрос, а где нужно указать на карте? Сколько из вас хотели бы изучать английский язык совершенно бесплатно? А сколько бы хотели заниматься благотворительностью без особых усилий? Предлагаю вашему вниманию приложение Upay. Я начал разрабатывать мобильное приложение, когда еще люди пользовались iPhone 3, и Motorola, и Nokia, писал на Симбе и так далее. Что представляет из себя мое приложение? Оно будет состоять из навыков и оценки навыков от ваших друзей. И также будет граф, который показывает будет не только контакты, но также контакты ваших контактов. Но вы даете самую сильную и крутую идею. Очень плохому разработчику ничего из этого не будет. Поэтому я верю в плохие идеи, но действительно потрясающе талантливый разработчик. Тут, наверное, нужна какая-то барабанная дробь, скорее всего, да? Потому что и первое место уходит Нурсултану Аскарбекову. Жуть! Поздравляем!